Проверил посты уже в который раз. Сегодня он проехал, и постовые улыбнулись, и автоматы не помеха. Коробки, ящики, продукты и чеки для фейсбук-отчета. Так едет волонтер в АТОМ, и ждет его там точно кто-то. И снова из подгул людей вывозят, беспечно так рисуя. И вновь обратно Бог заносит с вещами на передовую. Чтоб у мальчишек-добровольцев хватало касок или перцев, сохранить кому-то жизнь и повидать ребят таких милых сердцу. Волонтер, вопреки преградам, волонтер, не требуя награды, сто дорог обойдет. Он человек, он патриот. Пусть война закончится скорее. По бронежилетам, как жалко, что не на курортах девчонки были этим летом, а просто раненым носили свои девчачьи передачи. Тихонько плакали, молили, чтоб Бог ребятам дал удачи. То на вокзале подежурят, чтоб поселить переселенцев и выдержать рассказы страшных будней, чтоб до боли в сердце. И три часа поспят и вновь поутру мчатся на работу, чтоб вечером отдать кому-то все деньги, ласку и заботу. Волонтер, вопреки преградам, волонтер, не требуя награды, а вы нам буки-буки.